Лиза, что-то случилось? Я хотела приготовить пиццу. И вот она получилась ужасной. Знаешь, мама повела малыша на детский праздник. И вернется не скоро. Ну все. Как твои очки попали в мое тесто? Погубил мое тесто. Исправим пиццу колбасой. Она спасет даже самое плохое тесто. Готовая пицца за 5 минут. Твои веки с каждым вазом становятся все тяжелее. Ты закрываешь глаза и погружаешься. Ложишься в глубокий сон. Эй, Лизка! Смотри, как я могу! Оп-оп-оп-оп! Ничего глупее в жизни не видела. В зеркало посмотри. Нет ничего глупее, чем этот твой гипноз. О-о-о! Закройте глаза. И погружаешься в глубокий сон. Когда я щелкну, ты поднимешь руки и будешь прыгать на одной ноге. Ну, и кто из нас теперь выглядит глупее? А теперь... Сейчас я щелкну, и ты будешь думать, что ты курица! Опять! Ген! Пожалуйста, пожалуйста!
Ну? Разве что в порядке эксперимента. Генка, ты настоящий! Ты должен... Белой замазкой закрасим, а? Так, так. Меня мама оставила за оставшую. И ты должен меня слушаться. Где? Где? Держи. Мама, твой сын. Что?